Ребятки, всем привет, с вами Александр, и вчера, по-моему, я закончился у нас турнир. Вообще-то у меня сегодня уже среда. Какой день у вас? Наверное, четверг или пятница. В общем-то, и у нас завершился VIP-турнир. Не знаю, какое это место занял, где-то, ну, в 1%, короче, оставался. И мы получили нашу штуку баксов, 2500 генов, и Аканта Стега, ребята, у нас появилась. Да, мы в курсе, что у нас оно теперь там доступно. Так, у нас тут дилофазаврики. А нас сейчас ждет сдвиг ледников. Доступен доступ Гиенодон. А при чем тут Гиенодон к Дедикуру или его родственнику? Так, давайте сейчас будем разбираться. Что же нам там в итоге предлагают? Так, зайдем сюда, сразу проверим. Что мы можем купить за еду? Так, я, кстати, вот по глупости случайно нажал и потратил 13 миллионов на вот эти вот карточки. Ну, в принципе, оно не то, чтобы сильно помешало, но мне впереди ждет прокачка кайнезойских. Так, я уже, кстати, подготовил. Да, подготовил, ребятка. Уже информацию записал, осталось прокачать. Так, ну, а сейчас мы пойдем вот сюда. То есть, не знаю, каким... Вот это Глиптодон, во. Глиптодон, почему там... А там у нас Гиенодон, да, написано? Давайте сейчас. Гиенодон. А вот это кто-то лоханулся, ребята. Глиптодон. Ну да, на букву Г начинается, на Дон заканчивается. Ну, бывает. Бывает. А чепятка. Так, а нас ждет наш любимый турнир. Так, мега вкачанные аммониты. Мега вкачанные аммониты не любят. Не любят. Ну, например, начать можно с какого-то там Эдестуса. Вот, Плотозавр идеально, потому что у него много жизни. Потом можно вот так, вот и вот так. Давайте попробуем тридцаточками завалить их. У них много-много жизни по 7 косарей. Но бьют они не больно. Относительно. Так, нас ударили. Обидно-то как. Два ударчика. Зачетненько. Дали нам такую пощечину смачную. Ну, у него по нулям. Пора его пробивать. Он слишком много себе позволяет. Так, следующий удар будет 3. Ну, давайте так. Если он захочет нас пробить на все 3, то мы ему ответим тилозавриком. А если не захочет... То тоже хорошо. А, у него даже 4. Вот это я дал. Зазевался. Ну, 4 вообще шикарно. Хоть все 8, если он потратил, когда я не защищался. Так, делаем то же самое. Вообще, изи. Изи-бизи. Попробуем пробить. Я думаю, у нас легко это получится. Чуть из ракушки не выпал, но... Ну-ну-ну. Так. Целых 50 генов, сделай 2 миллиона боев и получишь много генов в подарок. Так, а теперь у нас пошло разношерстное, и вот это уже совсем непросто. Так, Глиптоклейт слабак, а вот Геозавр мудак. Рифма была такая просто. Нам нужно кого? Нужно брать... Мощу какую-то брать надо. Возьмем Плотозавра. Он подменится на Лептоклейда.
А липтоклейды мы будем съедать кем? Да вот так вот даже. Вообще, по изичу сейчас разберемся. Можно даже вот так сделать. В нем мало жизни. Ха, проатаковал. Очень зря. Так, пора выпустить нашего зверя. Геозавра так колбасит, как будто бы он в параллельной вселенной находится. И суперка у него. О, опять, чуть из ракушки не выпал. Немножко он неадекватно себя ведет. Надо ему объяснить, что так не надо больше делать. Надо геозаврика на заставку поставить. А то у нас все всякие там топы да топы. Так, ну давайте Ромалео выпустим. Это как липтоклей, только прокачан. Так, а как я называю Липтоклейда? Кто знает, какое прозвище я давал Липтоклейду? Связанное с птичкой. Так, ну и последний бой. И последний бой. Так, однозначно берем вот так. Он подменится на Бакулита, а Бакулита мы будем пробивать Тилозавра. Ну и можно взять Хайнозавра. Распетляем. Ну, в принципе, я тогда не могу терять геннодуса, мне нужно обязательно сохранить. Я вот сейчас думаю, что делать. Давайте еще так сделаем. Я думаю, он сейчас нас проатакует. Мы очень сладкая такая. Была были вкусняшка такая. Ладно, давайте теперь уже подменимся. Прикольно он так висел, как сосулечка. Напоминает какую-то трубку, трубочку, пироженка. Так, Майозавр слабачок. Атакует по полной. Кстати, Прогнатодон, ребята. Он же как классно выглядит, Прогнатодон. Вообще, у него одна из крутейших анимаций по кормлению. Сейчас зайдем, наверное, проглянем, что у нас там в водном парке творится. Давно не заходили. Давайте посидим. Сейчас дадим ему возможность проатаковать. 338 прогнатодон. Выпускаем его величество. И атакуем по полной. Ах, красавчик, какой красавчик. Супер.
Глиптодон, ну хорошо, что он не гиенодон. Ну, он у нас всего лишь редкий. Лучше тогда был бы гиенодон. Да, в курсе, что он у нас есть. Больше ничего у нас на сегодня нет. Ну, это мы даже не будем сюда заходить. Понятно, это награда. Ух ты. Ну, даже есть шанс выиграть легендарный, ребята, набор. Сколько здесь? 3 боя. Ладно, не буду вас утомлять этим. Давайте пойдем поплаваем. Так. Аммонит. Архилон. Докозаврик, ребята. Интересно, мне может еще здесь есть кто-то не прокачанный. Далихарин Хопс. У меня не хватает Далихарин Хопса. Надо повыводить. У меня их довольно много там уже насобиралось. Кстати, да, вот. Почему у нас тут на картинке какой-то слабенький? Так, Кранозавр. Лептоклейдушка наш. Ну что, написали уже? Знаете, как его, какое у него прозвище? Нет, ну тогда еще подумайте. А мы идем дальше. Идем дальше. Сейчас Прогнатодон. Вот, красавчик, ребята. Красавчик. Вот, у меня специально здесь есть Прогнатодон. Я его держу, чтобы покормить. Смотрите, какая у него классная кормежка, ребята. Белую акулу. Еще с такой классной анимацией пожирает. Он вообще красавчик. Так. И вот так вот он выглядит на максимальном уровне. Такие бронепластины у него по бокам напоминают мне какую-то сказочного персонажа старых русских сказок. Знаете, на котором там остров находится. Прикольный. Ах, красота. Можно на заставку куда-то ставить. Давай еще покрути. Ха, прикольно. Может с этого сделать скриншот. И еще мы ищем Докозавра. Так, что это я пропустил? Так, Геозавра мы ищем. Где тут зубы на выворот? Вот. Геозавр. Который был нашим противником. Он, кстати, близкий родственник Метриалунга это у нас гибрид. Блин, чего вылетело с головы? Так, сейчас я вам скажу. Близкий родственник вот этого. Метриоринха, во. Ну, давайте тоже крокодильчик. Туман, ребята. Влажность высокая. Вот так вот. А на этом тогда все. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч.